Открытие выставки «Даугавпилсская крепость» не приурочено к какой-то конкретной дате. 200-летие с начала возведения мы отмечали в 2010 году. В 2013-м исполнится 135 лет со времени окончания строительства, а в этом году 200 лет победы над французами. Ведь крепость и сооружалась, чтобы отразить нашествие войск Наполеона. Но даже не эти события и факты побудили фотографа к созданию коллекции. Памятник градостроительства входит в число самых посещаемых и снимаемых достопримечательностей города. Первыми с работами даугавпилсских мастеров познакомились россияне. Их фотографии экспонировались в Псковском Кремле в феврале прошлого года. Мы просто решили эту коллекцию обновить, потому что крепость меняется на глазах. Это будет один из крупнейших туристических центров Латгалии. Поэтому мы уже в эту коллекцию добавили и со старой работы исторический материал, и то, что обновляется, как она выглядит сегодня. И, надеюсь, в дальнейшем уже будем показывать более новый облик крепости. Вот, наверное, поэтому идея наша возникла. Ну и думаю, что нашим зрителям понравится эта коллекция. Здесь представлено 8 авторов, 44 работы. Некоторые появились работы впервые. Есть у нас новый автор. Интересная у него очень работа, «Цветение» называется. Ну, надеюсь, будем эту тематику развивать и дальше. В пору цветения крепость снимают редко. Эта фотография, наряду с изображением детей на фоне пушки, православным храмом, растением, пробивающимся сквозь века, будет представлена на выставке в немецком Магдебурге. Всего же организаторы отобрали 36 работ наших фотографов, причем делали это сами. Над снимками мастера работали с таким увлечением, что теперь могут водить экскурсии. Ольга Перевалова, например, изучила массу материалов и составила топографический коллаж, который может послужить своеобразным путеводителем по крепости. Было очень интересно ползать по внешним укреплениям. Я даже не ожидала, что мне это может быть интересно. С одной стороны, немножко жутковато, что не знаю, что упадет. С другой стороны, там где-то сталактиты расти начинают, где-то какие-то оковки интересненькие. Ну вот так и получилось. Кроме видов старой крепости советского периода и ее истории, здесь представлены и наши дни с реконструкцией улицы зданий, посещением официальных лиц и даже кадров из фильма, которые снимали у нас немецкие кинематографисты. В эти дни крепость наша ожила. Она стала действительно жить и показывать то время, которое когда-то в ней проходило. И это не то, что вот когда наша крепость является чисто историческим памятником, и мы ее такой воспринимаем, а именно живая. Она вся наполнилась людьми, она вся ожила, она вся сразу же стала совсем другой, она изменилась до неузнаваемости. И поэтому такие кадры нельзя было пропустить никак. По мнению специалистов городского музея, фотографии имеют как историческую, так и художественную ценность. Фотография – это зафиксированное мгновение. А мир изменяется, и изменяется и наша крепость. К сожалению, подчас не в лучшую сторону. И то, что увидел глаз фотографа, причем увидел через призму своего видения –